Для обработки длинных заготовок в качестве дополнительной оснастки используется неподвижный люнет и подвижный. Люнеты оборудованы вот такими вот бронзовыми кулачками, которые подлежат доработке. В заводской комплектации кулачки имеют вот такую вот форму, что не очень приемлемо для обработки деталей, потому как будут оставаться задиры на ней и небезопасно с точки зрения подрыва в заготовке. Поэтому мы их доработаем самостоятельно, притупив вот эту кромку. Притупим их на фрезерном станке. Вот мы притупили кулачки, установим их обратно в люнет. Люнет готов к работе.